Ранена нету. Постоянно с этими москалями проблемы. Игры, там в клане, кстати, второй ящичек уже доступен. Прикольно. Скоро третий будет. Конечно, мы с тобой топ-2, топ-1 занимаем. Русский, сука. И тебя плохо слышно. Как тебя увеличить? Ну, в Дискорде можешь на меня там нажать правой кнопкой мыши и там голос пользователя больше сделать. На телефоне как? А, ну хороший вопрос. На телефоне я нажал, ты у меня на максимум. Не знаю, Трон, что тебе сказать. Крикни этому жирному, чтобы быстрее шло. Тут победы только пошли. Ой, как он громко садится. Это я телефон держу. Ну что, реально на полчаса свалил? Не знаю. Смотрю статистику прошлой игры, и у Сани ачивка медик. Играю. По телефону базарить надо, да? Вот вечером, наверное, подберусь и это. Вот. Сегодня ведь день играю вечером, что-то не то нажал. В смысле запрос отклонен? Чего? В смысле запрос отклонен?
Что если я так сделаю? О, я, кажется, тоже могу приглашать. А как ты вот этой эмоцией клацаешь, чувак? Плохо слышишь, чё? Если я ему буду махать, он увидит это? Алло, да. Да-да. Ты нам, Сань? Увидим. Всё, хорошо. Алло. Ты видел, как мы тебя махали? Да, я, собственно, да, потом и нажал. Это был гениальный план. Да. О, сейчас я дверь закрою. Было прикольно, если бы они сделали тут прыжок веры, типа как в Assassin's Creed, когда так прыгаешь. Сань, ты в деревне какой-то живешь, я не могу понять, или в Москве? Чего у тебя собака выходит? Мы прям на жопу летим. У меня никто не лает, это у кого-то из вас лает. Дрон, у тебя собака выходит? Не знаю, я вообще вас что-то херово очень слышу. У тебя за окном собака не лает? Лает. Боже, она еще громче стала лаять. Она нас услышала. Андрюха, скажи мою фамилию, пусть она испугается и убежит. А ты что, собак жрешь? А, я понял. А вы все такие панины? Ну, у каждого, знаешь ли, своя слабость. Давай не будем. Сука, не могу. Кто-то уже ёбнулся, вы видели? Что-что? Там показалось, что кто-то ёбнулся. А с нами летит кто-то, не видите? Не, я не вижу. О, летит сучка. Справа кто-то. И он внизу летит. А, один какой-то, децик, блядь. Видите, какой парашют у меня? Это ты заебал. Ой, парни, прям в ангар прыгают. Ой, тут целая пати на наши эти прыгнули. Блядь, я упал. Чуваки, там целый склад. Так что, надо же ебашить? Да, надо только пушку взять. Я взял. Я уже, блядь, по 100 лет его заебашил. Вон там, с другой стороны, его друзья. За синими ящиками. Какой, блядь, с другой? Где-то тут, под нами, панин. Ой-ой-ой, меня убили. Я ему там вот, на выходе с ангара, панин, вот. Саня, вот он внизу, да вот он. Где, блядь? Сука, блядь. Ой, ты хорош, давай, быстрее, добивай его и поднимай. Откуда стреляет его друг? Залазь. Откуда-то за ангаром. Залазь. Да, я залажу, поднимаю Андрюху первого, у него времени, похуй. Да поднимай, я падай, чекаю. Падай сюда вниз.
Поднимешь Панина. Ой-ой-ой. Что-то плохо. Может, кто-нибудь меня поднимет? Вы что, команда? Ты его поднимешь? Да. Поднимаю, у меня аптечку могу. Две аптечки вам скидаю. Есть аптечка? У меня аптечка. Все, есть. Идите отсюда. У меня нету, можешь мне кинуть. Ну ладно, потом. То уже когда будет. Да в кого ты там попадешь такого расстояния? У меня же там далеко. Ну я попал разок. У меня Патрика вообще нет, в ангар он забегает. Блять, мне бы какой-нибудь хотя бы там, блядь, прицел голографический, фуеграфический вообще добыл. Балованный ты мне хотя бы одно, хотя бы этот. Ой, стреляют. Пошли этого в ангаре заебашь? У меня нет, да это бот-дрон в ангаре. А на 195 кто-то стрелял. У меня нету Патрика. Я доиграю и помогу. Мы только начали, это может от 5 до 30 минут. Ну да, это максимум. Но мне кажется, мы сейчас быстрее закончим. Заползает где-то на там, короче, похуй. Пахнет сам. Так, я, короче, от вас отошел. Я сейчас тут пушки хоть какие-то посмотрю. Хоть что-нибудь, блядь. Сука, у меня тут, короче, чувак. Я наверху. Блядь, меня разобрали. Все. У меня здесь... А, все, короче. Что? Да, не мой помер. Ну, не мои дни. Зато весело. Ну, не сейчас. Так, а что ты подходишь, если ты не уйти? Я тут только поубирала. Сейчас вся путь обратно зайду. Что ты не делаешь? Я в тубзик пока сгоняю, пока там акшон какой-то происходит. Алло. Че, у Андрюхи там что, он еще не закончился?
Ну где он? Ну да. Не с ним проблемы. Вообще пиздец. Ой, боже. Андрюш, так вы что, это что, надеюсь, на банке все? Не запарились брюки дропаться. Чё? Брюки. А, да, брюки бесит. Где этот помощник? Его наказали, он на кухню даже ушел. Обиделся. Мы вчера играли. Ого, нет, мне запретили говорить. А ты где вчера был? Я работал. Да позначишь? А, да нет, ну типа я на работе поработал часов там до полвосьмого. Да. А потом прогулялся, ну там во сколько, часов в полдевятого где-то в девять пришел в общем в итоге. А вот. Ну и сидел дома, немножко ковырялся, тут сервачок завел на DigitalOcean, туда воткнул, там, ну там просто Ubuntu была голая, вот, а я, соответственно, там поднял Laravel-ку, поднял Angular, сделал свою сборочку Angicha с Bootstrap и Angular Material, вот, с четвертым бутиком, соответственно, залил ее в Git, актуализировал немножко Git. Вот, с гита подтянул на сервак, вот,
С Ларкой, в общем-то, то же самое, только с Ларкой там еще немножко допилить надо будет. Вот, как раз вчера закончил возиться с серваком, потому что я решил что-то не Apache ставить, а у меня там для пыхи связка Nginx и PHP-FPM. Mm-hmm. Вот. Соответственно, а там, где Ang, там вообще пыха не нужна, поэтому я туда даже... Там просто туда запускаю без PHP. Ну, типа, чтобы еще легче было. Вот. На Nginx настроил, чтобы хедеры не палить. То есть единственный хедер, который палит, он это веб-сервер Nginx. А так не видно, там пыха стоит, не пыха. Какая версия Nginx? Это довольно прикольно. Вот. Не знал, что так типа, ну, можно заморочиться. Ну вот, оказалось, это несложно сделать. Вот. Можно было, конечно, еще сильнее заморочиться и пересобрать Nginx, чтобы он даже этот хедер не палил. Вот. Но мне стало впадло, поэтому я решил на этом остановиться, дальше не упарываться. Вот. Поднял вчера SSL для сайта. Вот. А вот для сабдомена не поднял SSL. Потому что впадло. Вот. Да не то, что впадло, потому что это денег стоит. Нахер я буду донатить, если я эту херню я делаю. Ну, чисто вот как бы. Вот. Понятно. Вот, собственно, этим вчера как раз закончил. Вот. А мог бы с пацанами в пуб играть? А? А мог бы с пацанами в пуб играть? А что-то меня никто не понял, не позвал в пуб. В смысле, дрон тебе писал, говорит? Ты не отвечаешь? Роскомнадзор запретил? Да хер его. Ну, может быть, написал я что-то или не заметил. Отвлекся просто, а потом забыл и продолжил этой хуйней заниматься. Поэтому запросто может такое быть. Ну где этот Чип и Дейл? Что-то надо было помочь, один вопрос. Что так долго? Ну, что-то солидно помочь, видимо, надо было. Что это было? Хуево. В четверг же день программиста. Сегодня? В четверг. А? 13 сентября. На секунду. Мне позвонить надо, но я здесь. Да хуй его. Вроде нет. Как он мне дорог. С ним сегодня одни проблемы. Он не тащит и еще и уходит надолго. Да вообще пиздец. Да не, что, в прошлой или позапрошлой катке там он что-то там нормально застрелял вроде. Ну, позапрошлой, да. Ну и то так сомнительно подобивал.
Батон задонайл. Так реально он там это много ботов в начале. Ой, там что-то падает. Алло. О, драду тебе. Дрон, а что так быстро? А, сразу же отошли. Кто мы? Боже мой, Андрей, что это? Ой, пригласите, парни. Кто сюда поставил эту кнопку? Я, короче, вступаю. Полетели. Ага, вот. Ну все. Дрон, а что ты там, если не секрет, так долго помогал? Ковер, блядь, стелили. А. А зачем снимали? Обои клеили, помнишь, когда? Ну, лучше поздно, чем никогда, Дрон. Блин, а нахера клеить обои в съемной квартире? Вот никто этого не понимает. Кроме одного человека. Двух. Хозяина квартиры. Не, хозяина и Лильки. Пацаны, не идет нам этот жоржопы. Да как это не идет, уже два топа взяли. Ну так один из них мы брали из Сосновки или из Ясной Поляны. Ну мы тогда вообще были какие-то бомжи. Что? Мы тогда были какие-то бомжи. Бомжатские. Нет, дрон что-то говорит, типа мы Ясную Поляну не лутали. С Ясной Поляны мы топ не брали. И в Сосновке мы тоже не были. Мы были в Ясной Поляне. Мы брали два топа как раз с Жоржополя. Ну просто еще в Жоржополе сразу замес идет, тоже интересно. Ну да. Не всегда, а вот сейчас он может... А, ну сейчас будет. Давай, сейчас полетели. Ты просто прыгай. Ой, на какой-нибудь бать. Прям, во-первых, угловой ящик, во-вторых, самый дальний. Три тима с нами летит. Дай бог им здоровья. Два и по три. Нихуя себе. Будет пот. Класс. Да, в прошлый тоже был пот. Да. Ну, в прошлый была какая-то моча, которую они на нас вылили. Не, я сопротивлялся. Бля, ну нахера на ближайший? Давай, надо было на самый прям дальний вообще пиздец. Блять, парашют уже раскрылся, сами. А, ну да, зарубец. Ой, парни, забираю у них калаш. Сюда, молодые. Один лежать. Второй лежать. Это если что были... А, не, это ты. Где друзья ихни? Я, блядь, никого не вижу. Я просто с ними справились? Ну да, одно... Ой, третий шлем. А, не, второй показалось. Пошли дальше? О, сука! Откуда? Падай вниз. Блядь, не вижу откуда. Падаю вниз. Саня, откуда? Откуда-то с твоей, я так и не понял, откуда. Наверху, а походу. Угу. Походу, нет? Наверху, на этой хуйне. Мне так... Есть аптечки? Ой, там чипов много. Нет. Да, у меня есть. Андрюха, сзади, вон. Где, блядь? Саня, вот тут справа. На W, на этих сидит. Нет, дрон, аптечки нету. Так, Андрюха, я понял. У меня 10 патриков. Ой, я не вижу этих... Да забей пока.
Саня, подвинься, дай пройти. Я в ангар просочусь, побыли. Нет, там типы были, прыгали. В ангар? Вот рядом какой-то? За ангаром были типы. Да за ангаром насрать. Мне хоть что-нибудь надо, я лутаться не... У меня 10 патронов, надо что-то... Там тип в поле сзади, но это бот, наверное, не хочу на него патроны тратить. Андрюха, пошли быстрее к ангару этому. Там, где я? Не, вот сюда. Вот тип. Дрон, у меня 10 патриков. Хорош. Тут есть юм. Ага. Куда-то. Ага. Хорош. Это бот был. У него было оружие. Ой-ой-ой, сзади. Одного он... На 255, сука, крысит. Могу показать, где. Сука, сука, вот. Сука, сука. Добивает меня, короче. Вот за красным ящиком там, видел в ангарах, Игорь? Меня добьют вот сейчас. Впереди. Сука. Ёба, блядь. Вас обоих убили, да? Да. Да, он сразу, блядь, добил. Ну, Игорь, ты должен отомстить. У меня коряк, если что, был. Не интересует. И этот, какое-то там говно с 13 патронами, ну ты понял. Мне прицел, блядь, какой-то. В ангаре ничего нету. Из прицелов у меня там голограф был, кстати. Я рядом с выходом куда-то идешь, лежу. Ты можешь подбежать на контейнере, понял? Ты добежишь. Он уже не чекает ту сторону. Вот тут вот у меня два голографа. Иди на ангар и залезь и лови. Вон он. Вот это он был? Да, там еще он вышел там. Блять. Я думал, он меня не заметил. Ну, зато весело. Ну да, только я как бы нихуя не сделал. Сань, мне было не весело. Да нормально было, чё? Подсоберись, Сань. Из-за тебя сливаем, но только из-за тебя. По свои 40 даже дамага даешь. И FPS, блядь, начал ебашить. Саня, если что, я подрубил, и там видно, как ты рачишь. Че? Я говорю, если что, я стрим... А нахер ты подрубил, если Ян все равно не видит, блядь? У меня там кореши смотрят, наверное. Ну вот какая разница, я потом запись ему выложу на YouTube, он будет смотреть. Твои кореши смотрят? Ну, может быть, и этот. Я ему запись просто выложу, потом и все. Короче, Игоря никто не уважает на работе. Че? Это что за высер сейчас был? Для начала никто не знал, что он Игорь на самом деле, да? А, да, он же Игорь. Это само по себе будет. Не-не-не, эту штуку я это рассказал. А, все, теперь знают? Ну да. Ты знаешь, что ты Игорь? Ну да, я говорил, что так подъебаю. Да. Сказал, что я не подъебаю, блин, на полном себе. Один москаль, говорю. После этого решил уехать. Просто съедаешь. Слышишь, Панин, этот, Савелова, вспомнишь? Он, короче, 3 месяца думал, что его реально Игорь зовут. Пока мы на футбол не поехали. Блять.
Ну, зато теперь у нас традиция. Ребята, мы долетим чи не долетим? Долетим. Зато у нас теперь, Саня, традиция. Из твоей кепки вытаскиваются имена. Ну, вы вытащили кого-нибудь? Ну да, Федора и Филиппа. А, и что, у вас работает Федор и Филипп? Да. Заебись. Но они еще не знают об этом, что они Федор и Филипп. А, прикольно. О, слышишь, мы, походу, реально одни летим. Да ладно. Три типа хотели с нами полететь, но они что-то прям спрыгнули, нас увидели и сразу в другую сторону полетели. Ну, правильно, ебать. Сэкономили. Они видели Саниного черного мужика и испугались. Да ну, они подумали, хули этих ботов там убивать. Саня, а че черный мужик? Ну... Это его мечта. Вы ж русские негров не любите. Че? Вы ж русские негров не любите. Да кто тебе такое сказал? Или, просто... или вы, ну, люб... просто... вы тихо любите их, да? Шепотом, да, про себя. И собак. О, Скар. Все, я готов, разъебы. Тут никого нету, кого ты готов. Ну, вдруг, как бы, если бы кто-то был, то я был бы уже готов. У меня только сайга. Ой, ебать, амка человека еще есть. Слышишь, не жирный тебе, да, не что-нибудь из того, что у тебя там есть? Лутайся. Все вам русским-то дай. Ага, сами нихуя не хотят делать, блядь. Слышишь, ебать? Ну вот, тащи вот так вот. Я понял. Не надо, протащи. О, эмка человека, видишь? Нам нормальным людям дают эмки человека. Ой, все, короче, нет. Ебать, что я вижу. Сученьки, вот так вот, помню, пичет. Ты мне коряк, да? Да. Хуя. Это кто псешит? Я батай вашу. А что так долго? Ну, во-первых, он хуй зна дебил. А я с коллиматором. Ой, ебать, эмка человека. Воткни точеньку. И на мне эмка человека. Вы точеньки повтыкайте, вот будет. На мне поставь точеньку. Тут еще скар есть. Мне бы это, приколюхи, типа прицелов. Мне бы тоже хоть какие-то приколюхи. О, дай бог здоровья, X4 есть. У меня так давно по патрикам хорошо не было. Ха, ебать, миник, Саня. И чё, а у меня-то он уже давно понял. Не эксклюзив ни хера ни разу. Есть увеличенный для миника, если интересует. Счастье. Ну все. Алло? Ура, да. Нихуя себе слышишь. Дрон, посяди бота. Ну че, вдруг ебашу. Так а, у него X8, а да. Чё? У бота? Да. О, да, можно, да. И прям за... Ну это через сколько? Давай где-то через часик. Какой через часик? Какой через часик? Ты никуда сегодня не идешь, блядь. Да, наверное, я подойду. Тебе господин не разрешал. Окей, окей. Давай. Алло. Саня, а ты перед этим разрешение спросил? Ты куда собрался через часик? Ты никуда не идешь. Да, я через часик, но мы 9-го договаривались, а сегодня 8-е. Ну все. Мне похуй. Да мы ладно, с тобой договаривались еще серьезно это каташ. Мы договаривались что, на 9 часа. Меня не волнует вообще. Ты что? Сел и ебошь. Друзей на Москве про меня еще что? Да бля. Ребята, пятерка надо? Во-первых, это чувак с Крыма. Начнем с этого. Еще и из Крыма. Вот.
Да, во-вторых, мы реально день города, хули, мне каждый день. Да, Москва это даже не город, чувак. Анатолий. Москва. Ну, а Запорожье прям, да, ебать. Ну, Запорожье, да. Прошу вам прощения. Ребята, вам пятерки надо, у меня 400 да. штук. У меня, да, мне нужно. У меня 200. 200. Финиш будет как раз. Мне не надо, да. Это нуждающийся. И дуло нужно для М-ки, если вот будет, вот как-то будет. Что, мы тут и все? Нет, кроме дула, о, пошел себе упорки пальцы. Мы тут все облизали уже? Да там уже, да. Вот, второй груз шел. У меня по бустам тоже, кстати, все грустно. Тяжко, тяжко. У меня не то, что грустно, у меня их вообще нет. И по обвесам у меня очень грустно. Ну, да. У меня есть кое-какие обвесы для вас. Чё? Ну, типа. Я там что-то насобирал. Там скинемся, посмотрим. А тут более кто-то ходит? Да просто чувак, короче, у нас уже увольняется. Вот, ну и бог. Я прогуляться хочу. Ну он, дай бог ему здоровья. Все, увольняется. Что без следов? Ну, блядь, ну, а мне тут пиздец скучно в Москве в том плане, что вообще никого, блядь, нет. А ты думал, весело будет? Да. Так, ебать, позвонил и в кубки играем. Че ты начинаешь так, блядь? Ну, да. Если ты сейчас уйдешь, тебе будет потом и по выходным скучно. Фидор. Не, ну зато я типа апаюсь, ну, в смысле, за счет того, что там читаю вся хуйня, ну... такое. Ну от этого блядь. Веселее не станет. Есть этот да. приклад на М-ку, если интересует, на мне прям. Мне. Не, москалю не дам, он уходит. Слышишь, нахуй, иди, дай приклад. Че ты, блядь? А, ребята, я забыл, есть лишний X8. О, это мне. Дрон. Это мне. Ну тут, ты понимаешь, все сложилось. Да, блядь, да серьезно, да как... Есть, ебать, быстро увеличенный магазин. Не интересует. Меня интересует. Дрон, ну тут надо уже решить, что тебя больше интересует приклад или быстро увеличенный магазин. Ебать, кого я вижу? Твою мать. Да вбив ты его, вбив. Давайте скинемся, погодьте. Стопай, Андрюх, иди сюда, лови. Давай, давай, он не хочет. Вот, не, у него, слышь, у него есть третий шлем, он что-то... Оп, дай бог здоровья. Все? Только будет? Вот эту хуйню сделаю вот так вот. Приколы еще какие-то будут? О, кстати, я вот это возьму. Вот это выкину. Игорь, ты Патрики спиздил, поделись, понял? Не, я не... Патрики не поднимал, чувак. Быстро вывел мат скину. О, шикарно. Все. Так, мне нужен носик и приклад для М-ки. Мне будет тоже. Вот? Мне тоже. А, кстати, там еще кто-то говорил про X8. А, это, наверное... Если есть носик, если компенсатор на СВ найдете, я могу отдать носик. Да у меня для СВ-то тоже говёная хуйня. Чё, давайте стебывать, мы уже все взлетали здесь. Ну да, только на чем? Я сейчас будет зона щипать. А вон есть тачки, пошли на 105. О, парни, а что по бустам? По бустам 2-2. 2-0. Одна аптечка, одна большая. Херово, и... у меня 1-1. 10 бинтов. Да, 1-1. У меня одна аптечка и это... Блять, и 5 бинтов и 2 болика, и пиздец. У меня 4. Андрюха, подожди, не едь, да стопэ, да блять. Да я возьму нормальную тачку.
У меня 4 аптечки и 1 медкит. Могу аптечкой поделиться. У меня одна аптечка. А, нихера, у тебя аптечек 4. Блять, а зона нам хуя ехать. Да в починке, наверное, только вот так вот, так, чтобы сначала мы к ним аккуратно зашли. Да можно сразу там сосновочку и на мост вставать. Да ну такое, мы туда ехать будем 3 дня, а чуваки в это время лутаться. Тем более, что там на Сосновке, скорее всего, народ заряженный уже. Так мы на мосту станем, будем принимать. Ну, в принципе, да хер его, да они пока не будут сильно через мост, мне кажется. Не знаю. Куда ехать, точку ставьте. Не да знаю. Я вот поставил, типа, я за ту. Оранжевая? Ну давайте починки пощупаем. Ну. Ну так, чисто чекнем. Ну если че, правда, можно на мост там экшена побольше. Просто ну у нас бензина не так много, что прям до моста пиздавать. Да не, мы доедем до моста. Ну, высади нас, чувак. Я не хочу ехать прям туда в домике. Да не, нормально, тут не лутано, тут никого не было. Знаю, таки не лутано. Вот там, кстати, вазик. Возьму бенз на всякий случай. Запрыгивайте в окно, как ты меня бесишь. А тут было лутан, двери открыты. Хуёвенько. Ну у меня тут прям вообще пиздец, где-то там аптечка. Вот стреляют в спину. Это в меня. Вот, подходят. Двое. Там, где мы тачку оставили. О, хорошо. Одного убрали. Где второй, не вижу. Там же, там же. Да я обоих убрал. А по-моему боты были, судя по луку. Вдвоем бегают боты? Ну как-то странно, но реально с ними было легко. Стрелять издали начали. О, компенс стырил, норм. Ребят, тут третий шлем есть. Лишний? Да. Принял. Тачка сзади, ребят. Сука. Блядь. Ой, их тут очень много, парни. Тут прям очень много. Я надеюсь, это не все. А еще я нажал Ctrl, чтобы вам было интересно. Блядь, меня сбили. Два пати тут ворвалось. Пиздос. Как они вообще увидели, что мы здесь? Да, а этих спину валят, они валят меня. Короче, очень весело получилось. Я говорил, погнали на мост. Не, в Сосновку. Че, куда это мы? Тут и заглотнули. Да. Ну, заводи. Да, ласт-каточка. А дальше вы сами. Понятно. Кстати, Дискорд нормальная хуйнюшка, в принципе. Так. Москали нам не друзья, как говорится. Да че это, блядь? Вчера меня не позвали, слышишь, Андрюха, ты же мне вчера не позвал. А вы вчера же приедели. А я вчера свободен был. Вообще, я прям в 2 часа ночи уснул. Вот, так ты ему ж писал, друг. Так что-то. Я тебе писал, ты будешь или нет? А, ты, блядь, писал. В игре тебя не было, в Вайбере ты тоже не был. Понял. Слышишь, ебать, в 9 утра мне написал сегодня ебошим. Нормальный? Я с тобой еще на работе сидел и сказался, что в PUBG потом обсудим. Ты такой, ну ок.
Я думаю, пришел, тебя вообще ни в каких. Ну так сетях. Ну 9 же, да. Ладно, окей. Короче, похуй. Пиши мне, если что. Ладно. Так, сейчас. Я сейчас. Тебе пойду. Больше никто писать не будет. Давай, 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 давай. Че ты, ебать? Не найдешь. О, я парни, спрятался. Приземлите меня, мне надо выйти. Пиздец, у меня такое впечатление, что самолет одинаково сегодня весь день летает. Тебе нет, так не кажется? Нет. Слышишь, а что ты мне в телеге писал, проебали проект Чине? Это ты о чем? Это не я, по-моему, писал. Хорошо. Сейчас, по-моему, это не я писал. Ты мне в телеге написал. Да ладно. Хуево. Какую-то хуйню спорол. Я еще не помню, прикинь, чтоб я это писал. Ебать, вообще не в курсе. Это, так вот, чё, короче, если чё, ты берёшься, да, за верстку? Да, да, верстка — это вообще как раз то, что я хочу фрилансить. Огонь. Я не хочу там сильно напрягаться или ещё чё-то, я вот так именно посидеть два часика, поверстать, скинуть и не забыть. Никаких гитов, никаких, блядь, вебпаков, чисто ну, это там вообще. Да, но там говорничок будет с версткой, но тем. Окей, по прайсу что там? Ну, а я могу потом цену указывать, когда буду видеть задание? Да, конечно. Ну, ориентировочно, ну, плюс-минус. Ну, ориентировочно, ну, за страничку, не знаю, там, 200 бычей. Ну, давай 300 тогда возьмем побольше, потому что говнопроект, вся херня, 300 бычей, значит, за проект, чтобы нехуй было ебать. Типа, едем, все ясно, понятно, я сдох. Вот. Чуть нет, даже, не сдох. Сдох. А ты меня, может, спасешь, чи нет? Чувак, нету с чем стрелять. У меня тут юмпар лежит, вот там, где я прям, я на нем лежу. А еще тут сковородка есть. Иду. Ты, может, юмпар бы сначала взял? А то я сейчас поднимусь и первым его возьму. Бери. Ну ок. Так, еще один момент, смотри. Беседи в обсуждении задания хоть часто безумно начальник мой. Вот, Сергей Моисеенко. Короче, я типа сделаю группу. И, собственно, там буду. Там будем, если что, обсуждать все по делу. Вот. Так норм будет? Да. В нашу группу я его не хочу добавлять, но типа, ему там делать нехуй. Вот. Да. Возможно, я еще туда кота добавлю, если он согласится. Не, кота, чувак, не бери. Бери. Чё тут? Блядь, он нещ... Ну, он несчастный, блядь, 30 строк JS описал, блядь, 2 недели. Ну, это ж, блядь, не делается. Ну да. Ты там, кстати, по контроль за ним, я там правки скинул, чтобы он там все. Ну, так короче, а ты не кидай в общий, нахера, к ему бы кинул. Я и ему, и в общий кинул. Блять, мне может быть. Thank you.
А кто меня убил, я не понял. Да тут весь. Тут вообще все пиздец, Игорь. Я ж просил, приземлите меня аккуратно. Ну, не получилось, блядь. О, минус на парочку. Да, сука. Саня, ты не успеешь, да, я так понял? Не, постараюсь. Плохо стараешься. Он бежит сверху. Сверху надо мной бежит. Сука. Ну шо? Да не, не беги на него. Он где-то тут. Да я его видел. Заползай в ангар. Это Игорь стрим завел, что еще? Да, мне там написали комментарии. Какие? Много зрителей на стриме. Ну, этот чувак. У нас уже есть хейтер? Не, рили? Да ну это кореш, он приходил за книгой. Саня, поможи мне. Он сейчас припал. Мой, знаешь, что я трогаю так. Сука! Где? Впереди, справа от ангаров. Блять, как громко. Поднимай, а, он, блядь, там чекает. Падай вниз. Он идет сюда, по-моему. Слева. Вот. Ебать. Все. Быстро он. Ладно, чё, я, наверное, попиздую. Вечерком еще поиграем. Ага, ага. Ну, это уже не с этими друзьями. Ну, давайте, ладно, все перерыв сделаем. Какой перерыв? Давай сыграем. Ты надолго, Панин? Да ну, часика 2-3 мне еще прибраться тут нужно. У меня на субботу были дела. Ну, типа, это так, ну, то, что получилось неплановое. Завтра я планирую на весь день засесть и бошь, но сегодня как бы, камон. Завтра полюбасу. Не, ну сегодня давайте тоже. Я еще похавать хочу. Давай, давай, сыграем копейку. Да мне тоже нихуя не ел. Мне и пожрать, что... Все, закрой рот, пожалуйста. Все, иди, гуляй. Давайте в 8-9. Дрон, давай сыграем еще разок, давай. Разок? Да. Ну, разок, давай. Я написал, не забудь шахту, понял? Все, Панин, выходи. Давай, давайте, пока. Чистите там шахты друг друга, все. Давайте, пока. Ну, это ж ты идешь с друзьями с Крыма. Блять, это ж он... Уходи, Панин. Сука. Да нихуя вам уже не выйдет. Только не склад же, ёбаный. Да и все норм, я выбрал дуо. Нет, не выбрал. А, погоди, я покурить схожу. Отмени. Да ты запарил. Да я по фастику где-нибудь.
Поехали. Поехали. Ваня, не пидор, по-другому. Да. Друг называется. Сука, на русских. На русских надейся, себя не уважай. Ты видел, он даже флаг не поставил в Кубке России. Ты что, ему стыдно? А Украины, потому что страшно? Да. Не, у него типа просто флаг. Ну, понял? Ну, я понял. Мир. Человек мира. Да, да, да. Да, ну, квартиру в Москве купить, если реально. Почему, когда что, только пожить или подрубка идет, мы не занимаем топ-1? Что? Почему, когда идет подрубка, мы не занимаем топ-1? Не знаю, надо тупо записывать, а потом как бы так стрим включать, типа мы играем. И выкладывать записи. Еще и нарезку делать, да? Да, да. Ну там в основном нарезка будет как парень для ложиться. Что, мы, по-моему, норм долетаем. Ну, конечно. Вот, мне кажется, с нами типов до хера. Они, две тимы ушли в сторону. И две тимы справа летят за нами. Пять типов всего. Один сам. И две тимы. Он что, себя сильно хорошо чувствует и... против дуа в соло играть? Мы долетаем раньше, чем эти две тимы. Ну, главное пушку найти раньше. Сейчас, короче, эти ангары залутываем и сразу бежим на следующие. Или я давай сразу на следующий. А, ты, блядь, не отвязываешься? Ну ладно. У меня калаш. Мне тоже. И минька. Вижу, типа. Где? На дальних ангарах. Заховался. Тут коряк есть. Пока не интересует. Не интересует? Ну. Мне пока какой-то скоп. Все, пошли на следующий. Ой, типа, вижу, внизу. Дон, я красный. Я не перебегу. Есть что похилять? Да. Ты воюешь? Нет. О, блядь, холп нашел. Ой, я нашел X8. Рядом коллиматор есть. Аж два. Блять, не вижу вообще, где они. Вижу, перебегают. Ой, их там много. Ебать, вижу. Их там кто-то бьет тоже, да? Да. Их завалили. Откуда их поливают? А вот перед нами контейнеры, они там сидят. Придем туда, нет? Да блин, я без армора. Не хочется. Тут второй где-то лежал. Все, я с армором.
Все, пошли. Воевать пошли, попробуем. Да. Гибает, вижу. А друга его видишь? Нет. Он, короче, кнопнулся и сразу упал вниз. Ты его должен видеть сейчас. Блядь! Нахуя я прыгнул? Пиздец. Что это за прикол? Почему мы не можем победить в эту игру? Не знаю. Да, блядь, как-то по-тупому. Я не знал, что его подруга там. Блядь, а сейчас могли просто залутать весь же жопу. Да. А что, он тебя сразу вырубил? Ты хоть стрельник успел? Не-не-не, он мне спину дал. А, ты не на него смотрел? Нет. Я искал этого блин. Друга, а он вообще с другой стороны там. На. А, я думал, как первого запустил, блядь. Вот эта маска на морду, понял, что у меня была, типа, может урон срезать. Что это за приколы, как одежда? Не, это на ее голову. Ну, а Писалова есть. Это, ну, это просто так написано. А он ни хера не принимает. Что, мы, короче, можем прыгнуть. Куда мы можем прыгнуть? О, в починке можем. Мы можем, ну вот, на ясную, ой, на рожок, на рожок, забрать там тачку и поехать в Джорджию. Давай рискнем. Мы там одни будем, мы так часто делаем. Мы можем с рожка не уехать, проблема. Там просто мутация удобно, там четко. Сразу все рядом лежит. И перестреливаться интересно. А ты выпрыгнул? Я забыл привязаться, наверное. Блядь, ну лети на точку. Ну. Далеко вообще? Ты видишь тачку? Она тут в гараже всегда стоит. Ты уже долетел? Ну, вот ебать, я... тут мопед. Ну, заводи мопед. Ну, только мы можем на нем не доехать. Хорош дрон. Доедем. Перевернемся пару разочков, надо едем. Так он тут, блядь, ты сотку сразу же выжимает. Ну, это, конечно, прикольно. Правда, он неуправляемый и не останавливается. И постоянно и он в сторону уходит, какого-то хуя. Видишь, да? Ага. А едем по прямой. Постоянно... О, вазик. Постоянно давай. Подравниваю его, блядь. Давай вазик пересядем. Так, тут время потеряем, пусть не. Тут уже, блядь, почти доехали, по сути.
Ебать, мы когда-то с Планиным ехали, вот тут, короче, заворачиваем с моста сюда. Ебать, 3 или 4 тачки, понял? Пизда такой, блядь, именно, как его? Мэд Мак, блядь. Ой, ебать, 3-й армор. Короче, пошел я на другие ящички, потому что это та... друг у друга облизывать, это такое. Ё-моё, это бесит. Ой, ебать. Тут класс на стрятого семечка. Человека? Угу. Я вообще думаю, говницу на этих ящиках. Еще одна есть, по-моему, да. Ты оставил метку? Да. Ебать, кто ходит. Ага, ага. Боты, да? Угу. А вот это уже не знаю. Это ты там развалил? Да. Но это был бот. Или... О, с миником, правда, бот. О, миник забирал. Ну, я пока его принял. Ну, у меня коряк с собой есть, можем потом поменяться. Ну, хорошо. Что? Спасибо. Хорошо. А у тебя такая вот холодильник. Ты уже нашел? Да. Ты мне на М-ку человека ставил? Да, ставил. А тут вот в ангаре лежит последний. Хорошо. А, вот еще и на мне есть, прямо сейчас. Еще, о, я миник нашел. Хорошо, я выбрасываю. Скопик, бы. Да, скопа вообще нету. На него теперь. Где-то тут кряк видел и не стал брать. Баги приехал. Где? На 150. СЕ 150.
Одного вырубил. Видишь? Ну, где приехали, вижу, но типов не вижу. Ага, вижу. Кстати, а где ты этот кряк скинул? Ух, ты там одно приседаешь. Я присел просто пиздец как. Можно я на что-то присяду? На бутылку. Не, на бутылку не хочу. Ебать, они привезли, конечно, вкусности. Прикольно. А можно я тоже что-то поем? Да ешь, ради бога. Подъебись чем-то, слышишь? А шо? Ты так. Ничего не взял? На X4. Давай мне X4. Вон я скинул. А где ты кряк скинул? Еще раз, чё? Кряк где скинул? Блять, не понял. Тут коряков полкарты, чувак. Так ты ищи их. А, коряк вот здесь, вот смотри, рядом ящик, вот там где-то лежит, почти в начале. Вот. Вот тут на мне. Хорошо. Эти за них чуть болик не проебал. Я вообще так именно шикарно. Одного в тельце убил, второго. О, тебе на М-ку нужен приклад? Не, у меня М-ка полностью. Но мне дуло поменяли бы. Ну, дуло и мне надо нормально. У меня хуета какая-то. Зона идет, чувак. Где я X4 проебал? Я его что, не подобрал? Я ж тебе... А, у тебя, может, места не было? Может быть. Пошли на их баги, сядем, уезжаем. Ну, сейчас я тут вот дойду. А что по бустам? По бустам много, поделюсь. 7-6 бусты. Давай, выворачивай карманы. Что ты баги забрал у них, не? Нет. Чувак, зона уже рядом, поехали. О, компенс нашел на... Дай бог. А, дрон, ты им колесо разбил. Бери мотик. Можно на аэродроп поехать. Подожди. Да, блядь, а. Мне показалось, что ты слез. Ну, я слез, а потом залез. Ой, ебать, а зона так далеко, я ебу вашу ротушку. Вот удачно. Короче, блядь. Ну, тут еще мини-пески снял, по трошке спижу. Ой. Компенс нашел на Эрку. Дичи нема? Не. А у тебя глушак на миник? Угу. Может, платье 3 на 1 часа. Что там, боты не бегут, блядь?
глубины. Дрон, подсади, пожалуйста. Это... А нахуй ты вообще так спрыгнул? Смотри. Ну да, я... Ну, бля. Ага, вот так, да. Бля, ложись. Попробуй залезть просто вот так вот на меня. Да не получается. Ложи, садись, а потом ложись. Можно просто сразу лечь. Да. Что ты, X6? Не, X2 взял. Че, ебать, сказал бы, я бы тебе отдал. Поехали. О, водила. Так, где там зона? Куда она? Сюда приедем. Лут там... не видишь, нигде не летит. Он лежит на 105. Что? Лут. Серьезно? Ну он, видишь, красненький дымок. На Е105. Ну поехали туда, едь. Вообще не видно. Ну за горочкой его сейчас не видно. Ну сейчас он где-то на ICE уже. Во. Подожди, где он делся? Он что, в воде упал? Он, наверное, на той стороне. Или бы, ну его же, наверное, золотали. А, вон, вижу. Или там не дверь. А, нет, это они просто. Там его... О, тип. А, ну это бот. Где? Да иди в жопу. А, вон полетел самолет. Ну, а где выбросил? Сейчас посмотрю, вон, на 60 в тачку. Где она? Он же упал, ни хера себе. Мы там будем как это, на ладони. Угу. Да это ж хорошо. Можно будет сейчас настрелять. Или нас настреляют. Сзади там стреляют. Сзади уже ебошут. На тачке едут, чи что? В рюмке, наверное, в этой. Ты видишь его? Не. А, вон он сверху. На НЕ. Я все равно вижу. Блин. Там уже тачка. Останови. Останови тут. Там лутают. Хорошо. И там это дальше ты? За деревом, за деревом. Ты, где-то значит рядом, если это не ты. Это не я забил. Его кто-то зомбаря забил. На НЕ-60 за деревом тип стоит. Видишь, оглядывает? Нет. Дал, хорошо. Да, вижу. Все, я его положил. Ты вырубил. Ну да. А его бы убить.
Вопрос, где его друг? Вот друг там, в дыму, блядь. Да ты хрены покидаешь? Да. Третья армореска интересует. X8 нужен? Не. Вот так чем? Там третий шлем есть. Я фул 3. Я а что ты подобрал? М24, третий шлем, третий армор. X8. Так, X8 не надо, X6 не надо. X6 надо или X8? Нет, у меня X6 есть, и X8 я только что типа забрал. Ну что, в нашу тачку или в эту сядем? Мне все равно, поехали на любой. Тут бенза нет. Тут ехать херня. Опа, едем на него? То далеко он. Да, то так кажется. Ну, чувак, мы уже не пройдем. Сейчас выровняет. Он где-то там на... Где он? Там на краю той этой. Я в город на нашем месте так не, за... не врывался. Идем сейчас аккуратненько проедем. Да. Земля пухом, как говорится. Тут трупиков хватает. Чувак, он на краю карты, на краю круга. Да блядь. Да нормально все, что ты очкуешь. Там сейчас на краю круга. У нас бенз... А, есть еще. Нормально. Где он? Не вижу. Слева на S. Да, объехать хочу. Подожди, типа вижу. А, не. Томотик, Томотик, поехали. Томопед. Давай как-то так, чтобы я сдалека... С... Хорош дрон. Блять, ну так получилось. Там никого. Ага, машина, он подъезжает и с домика вот на S типы гадят. Я вижу, да, на СВ типы. В домике, да? Ага, и под домиком, и в домике вижу. Дрон, я умер. Наверное? Нет, я живу. А это... где? Слышишь, откуда? На 165 в домах вот эти два заправка. Так и нахуй ты туда смотришь? Ну так они в нас убили, что? Ты их завалил, нет? Нет. Но подкрепа мне помешала. В голубеньком домике. Да, я видел. Он один там чушь? Не, их двое. Ну, тварь. Я тебя угадаю.
я ему угадал дрон на поднять. Походу сейчас врываться будут. Мне надо еще 5 секунд. У меня... Он за забором или в доме? В доме. Там с миника он дает. Где он? Ой, блядь, один перед забором, второй в доме. Ты нокнул одного, да? Я кнопнул. А, это написано «Ваш товарищ нокнут», а не «Ваш товарищ нокнул». Да, да. Я медик. Блядь. Обидно. Ну ладно, давай там часов на 8-9 соберемся. Хорошо, давай. Давай.